Друзья, всем привет! Очередное видео на канале, и в данном случае мы с вами будем распаковывать ингалятор компании Bewell. Модель с вами называется WN118 Чудо-пар. Сервисное обслуживание 10 лет бесплатное. Быстрое облегчение симптомов простуды, гриппа, бронхита, ангиды, возможность применения минеральной воды, ароматических масел, отваров трав, глубокое очищение, увлажнение кожи и лица. Два температурных режима ингаляции для максимального эффекта. Британский флаг нарисован. Значит, маленькое лирическое отступление. Почему мой выбор пал именно на паровой ингалятор? Почему я не выбрал новомодный небулайзер, ультразвуковой или еще какой-нибудь другой агрегат? Есть такое мнение, что небулайзеры и прочие агрегаты, они являются действительно серьезными медицинскими приборами, и которым место, собственно говоря, именно в поликлинике, в больнице, но никак не в домашних условиях. Паровой ингалятор – это наиболее простое устройство, которое позволяет бороться с заболеваниями верхних дыхательных путей, не затрагивая нижние отделы легких и соответствующие болезни. То есть я не собираюсь бороться с гораздо более тяжелыми болезнями дыхательных путей, нежели как просто простуда, кашель, там, насморк, может быть, какое-то начало ангины, то есть максимум. Да? И как раз-таки в этом паровой ингалятор является самым простым и привычным всем устройством. Лечебный эффект его состоит именно в воздействии пара в комбинации с определенными лекарственными веществами. В том числе это аромамасла могут быть, в том числе это могут быть различные настои, отвары и в том числе минеральная вода. Вот почему мой выбор пал именно на это устройство. Бесплатная горячая линия. Значит, обошелся мне этот ингалятор 1817 рублей. Приобреталась в компании аптека.ру. У них самая выгодная цена оказалась по состоянию ноябрь месяц 2016 года. Значит, цена, соответственно, тоже актуальная на этот временной промежуток. Если рубль упал еще сильнее, то, наверное, цена изменилась, конечно же. Так, изучаем содержимое коробочки. Значит, есть инструкция, в том числе вижу на русском языке, гарантийный талон. Так, инструкцию, я так понимаю, все-таки надо будет почитать. Так, что у нас здесь еще? Значит, имеется большая маска косметическая для лица, что называется. Так, малая маска, уже не для лица, соответственно, это для дыхания. То есть две маски в комплекте. Само устройство. Вот так оно выглядит. Ну, габариты. Вот моя ладонь, в принципе, для сравнения, да. Ну вот руками вы так можете, в принципе, его почти охватить. Трубочка. Так, подставка. Так, в других распаковках я видел, что в комплекте поставлялось ароматическое масло. В данном случае я что-то его не нахожу. Видимо, я остался без ароматического масла. Ну, наверное, переживем мы это несчастье. Думаю, у меня даже какое-нибудь ароматическое масло найдется дома. Так, вот насадка лицевая. Ну, она такая, в принципе, средней твердости. Гнется, в общем, нормально. Да, я думаю, нормально на лицо она будет. Так, видимо, придется таки распаковать. А, нет, это тоже не аромамасло внутри. Это у нас мерный стаканчик внутри. Мерный стаканчик, при помощи которого мы дозированно заливаем действующее вещество.
Вот такой вот он, бестолковенький, маленький мерный стаканчик. Так, так, здесь пакет, все. Здесь все, это все. Так, вот я, наверное, тоже пока уберу, что-то незачем. Так, значит, как одевается... Ага, она одевается внутрь туда. Ну вот, в принципе, таким образом вы будете... Вот, одевайте, дышите, пожалуйста. О. Ну, так вот. Так, здесь она у нас, насколько я помню, регулируется. Здесь она у нас тоже регулируется, как у пылесоса дополнительно. То есть уровень поступания горячего пара. Значит, пар поддерживается оптимальной температурой, по-моему, 42 градуса заявлено. Оптимальная температура, чтобы убивать микробы и в то же время не обжигаться этим. Так, давайте заглянем внутрь. Так, вот у нас, собственно говоря, резервуар, из которого трубочкой засасывается действующее наше вещество, которое мы туда помещаем. Так. Ну что ж, давайте, наверное, снимем верхнюю часть. Так. Ну, в общем, верхняя часть — это банальная крышка. Банальная крышка, которая, собственно говоря, направляет потоки пара. Вот, таким образом. Так. Open. Close. Open. То есть объединение пара из паровой камеры и действующего вещества происходит вот на стыке вот здесь. И, собственно говоря, вверх вы уже дышите, вдыхаете, так скажем, объединенными парами. Open, 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 open. Оп. Open. Вот такая крышечка. Здесь у нас вот такой вот резервуар. Значит, в этот резервуар мы заливаем только чистую воду. Значит, все всякие отвары и прочие мы вещи, естественно, помещаем только вот в этот резервуар, насколько я понимаю. То есть, а здесь у нас происходит, собственно говоря, кипение и основной пар, который, собственно говоря, позволяет еще действующему веществу, добавляясь, воздействовать. Вот. Так, что у нас здесь на нижней части? Ингалятор медицинский, BeWell, WM118, 120 вольт, 50 герц, Соединенное Королевство Великобритании, Северной Ирландии. Здесь вот какая-то у нас присутствует иголочка. Так, ну что, дальше, собственно говоря, осталось уже устройство испытывать, но я думаю, в этом видео мы этого делать не будем, это настолько пока распаковочка. Вот, естественно, я купил это устройство для себя, для детей, соответственно, попользуюсь им в волю, специально зима сейчас, да, всякие простудные заболевания усиливаются. Естественно, отзывы свои смогу написать в самое ближайшее время. В описании к видео или в комментариях дополнительных. Все, пока что на этом это вся распаковочка. Такое вот, на мой взгляд, достаточно интересное устройство. Я вас благодарю за просмотр видео. Не забываем ставить лайки, подписываться на канал, репостить видео, писать грозные комментарии. Также не забывайте использовать кэшбэк-сервис, чтобы сделать ваши покупки на многих интернет-площадках гораздо более выгодными. Тот кэшбэк-сервис, который использую я и рекомендую, ссылка на него будет в описании. Все, всем счастливо, пока!